Дисклеймер. Привет, Ли. Сегодня мы с тобой продолжим проходить растения против зомби. Как всегда, мы начинаем с сада дзен, и раз уж купили перчаточку, вот так вот, аккуратно. Стоп. У нас было два могила гриба? Могила жора? Подожди, так разве? По-моему, у нас что-то другое было. Да ну, странно как-то. Ладно, давай. А, тут тоже поливать тебя надо. Блин, плохо. Плохо, плохо. Я думал, как водоросли. Просто покормил разочек и все. Не, ну то хотя бы лишние 10 центов получим. Почему нет? Но так дольше просто его выращивать надо. Еще и неудобно вот так вот прыгать. Лучше бы сделали вот так вот. Нажимаешь, и вылезает список. Подожди, он что, сразу вырос? Не, 5000 нет. Нет, он пока не вырос до конца. Да куда ты? Да что ж такое-то, а? Так ты вообще будешь, нет? Тормозит пока. Наконец-то, соизволил. Так, ну ледогриб и скорострел я уже мог. Ледогорох? Ой, я уже не помню. Короче, его можно будет уже продавать. Угу, хорошо. 8 тысяч, да, это отлично. Так, вот, и его тоже можно продавать. 8 тысяч, да. Так, а вас двоих пока рановато. Хорошо. Куда ты, Садзе? Так, давай. О, отлично, сразу покормить. Этот хотя бы не выпендривается. 5000 за 10 тысяч, что ли? Ну, как водоросли, да. В целом, магазин, магазин, магазин. Тут ничего не надо нам. Выживание, значит, выбираем. И бассейн. Бассейн, конечно, этот. Так, ну все, подожди. Что-то не то я делаю. Вот что-то прям 100% не то. Бассейн, помнишь, пройти без единого горохострела? Капусту, но это зачем я так буду делать? Это не тот случай, когда можно. Нет, это не тот. Это я всю жизнь уже пройду. Сейчас не тот случай, чтобы выпендриваться. Сейчас у нас ложка, ну куда? Опа, 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 подожди. Все, поправил немного. Чтобы нормально все выглядело. Все, теперь можем спокойно играть. Так, так, два ряда. Стоит ли нам сундуков? Да, два ряда подсумков ставим. 100%. Я просто не знаю, какие тут еще зомби пойдут. Насколько жесткие они тут будут. Так, ну пока же нам никакие не нужны зомби в бассейне, правильно? Мы ничего там не будем с ними делать. Никак бороться нам не надо, так что пока буду ставить водоросли, пускай они занимаются ими. Я немного занят. Так, 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 улучшение уже подсумка возможно. Давай, давай, давай. Пока не хватает. Быстрее, а то сейчас следующий вырастет. Сам виноват. Мозги. Что-то мне не нравится, что они уже так быстро пошли. Уже так резво. Еще один подсол. Давай, давай, давай. Отлично, успели. Еще, еще, еще одно солнышко. Молодец. Все, по подсолнухам у нас все, все замечательно. Теперь надо кошку-мышь посадить. 225 дороговато. Хотя ладно, пока что сойдет. Это сразу все ряды сможем защищать. Идеально. Ай, идет уже и сверху. Картофельную мину. Пока мы не успели на кошку-мышь накопить. Хотя сейчас уже успеем зашибись. Но это на мину он сейчас не наступит. Мы, получается, зря ее поставили. Сейчас пускай идет пока. Давай горохострел вот так вот поставим и сразу улучшение на него сделаем. Давай вот так, хорошо. А, и вообще не туда я, конечно, это сделал. Но... А, и на кошку мышь-то не остается. Вот это я тормознул. Ладно, вот так вот сделаем. Но чуть по-другому сыграем. Планы слегка поменялись, но я думаю, это не суть важно. Главное, это им уметь импровизировать. Понятно? Из любой ситуации найти выход. Так, дальше пока нет. Все безопасно. Вот, и после этой картофельной мины можно уже кошку-мышь поставить. Зараза, все идет и идет. Ну и двойной горохострел поставим, конечно же. Отлично, все.
А, ты по два делаешь, и вот так вот медленно, да? Да, двойной горхострел мне прям побыстрее нужен. Прям очень быстро нужен. Быстрее, 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 быстрее. Так, 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 отлично. Справились, хорошо. Ваша кошка-мышь вторая будет очень долго ставиться. Так, водоросли сразу так ставим, хрен с ним. А, ну у меня же кошка-мышь есть, зачем я это сделал? Ладно. Не суть важно. Блин, сейчас уже волна пойдет, и это не есть хорошо. Давай. Ну куда? Ну давай пока вот так посадим. И улучшение сразу возьмем. Ну как сразу? Когда будет доступно. Мне важнее сейчас подсолнухи посадить, чтобы они солнышек много давали и все. Давай так. Так. Улучшение мне нужно быстрее. Две кошки-мыши надо. Хорошо, и горохомет мне тоже нужно. Ну все, кошка-мыши у нас есть, так что кактусы можно уже не покупать, не ставить. Правильно, они нам не сдались вообще. Так, нам нужно горохомет, где он там? Хотя лучше скорострел сюда поставлю. Так, давай, еще успеем прокачаться. Ну, в целом, у нас уже защита более чем нормальная. Ай. Особенно для того, что у нас сейчас идет. Так, водоросли тоже ставим вот так вот. Солнышки. Так, у нас еще можно двойной подсолнух один поставить. Хорошо, поставили. Так, и шахтеров. Чтобы насчет шахтеров не волноваться, нужно и грибы поставить. Магниты. Ну, кошка-мышь это, конечно, хорошо, но нам надо бы еще вот сюда вот поставить. Вот сюда вот поставим пеньки, правильно? С огнем. И вот сюда крохострелы, а здесь еще по одному ряду кошки-мыши, да. Все, выяснили, как мы будем делать все. Горхомет, конечно, классный вообще, четкий. Так, ставим вот так вот, потому что этот с ведром он мне не нравится. Блин, а с этим вообще никто не занимается. Ладно, сейчас нам не до этого. Нет, нам надо двойной подсолнух поставить. Солнышки нам намного важнее. Хорошо, водоросли поставили. А, так. Что нам надо? Ага, улучшение. Ну, допустим, вот сюда пускай. Что ж ты такой неугомонный-то, а? Так. Пока все нормально. Да, и кошку-мышь еще одну поставим. И все, надо успеть в этом раунде ее поставить. Чтобы в следующий уже место не занимала. Все, замечательно. А с ней я сомневаюсь, что хоть кто-нибудь, хоть какой-нибудь зомби с ней справится. До нее еще дойти надо, а тут хрен дойдешь уже до нее. Так, и тут пеньки надо будет. Значит, сейчас покупаем еще и пенечки. Так, ну тут двойной горхострел тоже не... Ну, просто скорострел, не помешал бы. Ага. Хорошо, так. Так. Не знаю, почему женщинам не нравятся скорострелы. Ну, хорошие, смотри. Раз-два, еще и улучшение на них ставишь. И вообще, замечательный цветочек. Так, давай так. Ага. Ну все, получается, и подсолнухи нам тоже можно будет не брать. Но это, понимаешь, это подлость будет с этим... Мяу. Который закидывает баскетбольные мячи с этим толстяком. Так, печки. Печки плохо, что сейчас уже не взяли. Жаль. Ага, слышите, а вы самые умные, что ли? Они меня сразу потратили, все нормально? О, ладно, ну тут хотя бы могил нет. Фиг с ним. О, подожди, зомби со дна бассейна. Это ж получается, они откуда-то там были, правильно? О, то есть мы топили людей? О, может, это все зомби, это просто наши жертвы, которые идут мстить? Вот это я загоняюсь, конечно. Так, давай так, 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 так. Двойной подсолнух тоже есть. Ой, двойных подсолнухи почти все успели поставить. Так, ну 10 волн надо отразить. Так, ну с этим нам явно нужно вот так и вот так сделать. Потом поставим так. Берем так, так, правильно. Да, один двойной не успели поставить. Так. Что еще нам нужно? Печь. Водоросль, кабачок на всякий случай. Ой, все уже что ли? Так, подожди, разбираемся, правильно сделали или нет. Ну, кувшинки нам в целом не очень-то нужны, но на всякий случай пусть будут. И перед ними ставим орех. То есть вот, да куда ты? На вот этот вот ряд. Тыквы надеваем здесь на магниты. А магнитов у нас нет. А он нам нужен.
И что же тут стоит убрать? Давай так попробуем, я не знаю, но это глупо. Это очень глупое решение. Да ладно, я все равно умом не отличаюсь. Погнали. Куда, куда лучше, давай. Все равно мы сейчас подсолнухами это все отобьем быстренько. Так, нам нужно еще одно улучшение. Доступно. Куда, куда, куда? Ну, давай на воду поставим. Почему нет? Так, вот здесь нужен скорость. Хотя кошка-мышь подстрахует, да. Да, я видел, что она ставит все-таки, что это женщина. Ладно, ладно. Просто я забыл, что мужского рода мышь — это мышак. Я думал, что мышь — это... Типа мышь — это мужского рода, а мышка — это женщина, это женского. Почему-то я был в этом уверен. Ну, ладно. Видишь, как полезно с вами общаться. Много чего нового узнал. Не сильно-то многого. И не сильно-то узнал, а просто вспомнил. Но тоже ты молодец. Так, хорошо, у нас... Ай-яй-яй, грибы, грибы. Ну, грибы, я не знаю. Ну, давай вот так. Нет, давай сначала пеньки понаставим. Вот примерно на таком расстоянии до хрена как-то. Ладно, поставим так. Так-так-так-так-так-так-так. Так, ладно, надо было сюда, конечно, улучшение поставить, но не суть важно. Так, ставим тоже. Хорошо, хорошо, все неплохо пока идет. Так, вот на этот ряд надо срочно поставить, потому что там уже много слишком идет с ведрами. Все, хорошо, хорошо, хорошо. И вот так вот можно ставить, тут защита, ну куда, ну, бля, просто охренительная. Тут до гриба есть шанс, что даже не дойдут. Так, все. Нет, еще один пенек вот здесь бы нам понадобился, конечно. И улучшение. Горохомет тоже понадобилось бы тут. Так, ну сорян, не хватает. 150 сейчас мы здесь возьмем еще, не волнуйся. Ой, волна — это вообще фигня. Ай, я забыл про этих. Так, 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 ну все, улучшение мы здесь сделали, и замечательно вообще. Так, 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 хорошо, здесь есть, есть, есть. Так, у нас пеньки везде есть, правильно? То есть мы их больше можем не брать. Нам нужны магниты. Все замечательно, все замечательно. Ставим теперь скорострелов. Вот так вот целый ряд, хорошо. Или тут лучше еще одни магниты поставить, как думаешь? Я думаю, все-таки еще одни магниты нам не помешают. Или лучше передний ряд магнитами. Нет, тут я сделаю колючки, передний ряд... Ладно, разберемся как-нибудь. Ой-ой-ой, тут уже подошел. Хотя бы кувшинок понаставим побольше. Чтобы они их пока жрали. Их огненные уже успевали убирать. Давай так-так-так-так-так... Так, что, что, что? Я уже не успеваю. Куда, что ставить? Я не вижу. Уже очень быстро началось. Где, где, куда, что? Так, 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 так. Скорострел ставим. И, блин, на него улучшений тогда не хватает. Ой, так, так. Хорошо, магнита грибы тоже стоит. Но у нас пока есть улучшение, мы лучше его сделаем. Ай, идет уже. Так, хорошо, с ним справились. Так, мы водоросли что-то вообще не ставим. Улучшение вот так вот поставили. Хорошо. Все хорошо. Та вот вообще не того водоросли забрала. Но если что, у нас все равно огненные есть волны. Это не страшно. Все-таки стену орех стоит вот сюда вот поставить. Да, лучше его прям перед печкой поставить. Слышь, а вы что мне не даете собирать остальное? Так, что у нас? Не успел. Ладно, нам нужно на... Ай... Нужно вот так вот стопудово. Так, 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 так. Так. Правильно, правильно. А водоросли, кувшинка, так. Куда? Уже? Так, подожди, нам нужно в первую очередь улучшение. А что ж я случайно нажимаю-то? Улучшение, хорошо, поставим. Орех поставить, поставим. Перед ними орех можно поставить, тоже замечательно. Колючку поставим, чтобы когда машины появятся, на них сами поставим... Тыквы, тыковки, тыковки, тыковки. Но вроде все нормально, а там посмотрим, может что-то не хватает. Но это я уже не заметил, чего не хватает. Тыковки с... так сразу поставим. Поставили, поставили. Здесь ставим. Угу, орех.
Хотя зачем? Я мог бы вот сюда орех поставить, а там магнит поставить. Вот это тормоз. Ну ладно. Ряд вот так вот колючек ставим обязательно. Так, хорошо, хорошо, мы сделали. Плохо, что улитка у нас, которая собирает монетки, она у нас только будет в огороде, который нам в целом мы и сами справляемся. Вот это плохо. Если бы она еще была здесь на уровне, это бы очень сильно помогло. Так, стену орех нам нужно купить. Быстрее, быстрее. Ага, есть. Так, 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 кувшинка еще вот так. Ну все, в целом нормально. Здесь можно уже не париться. Даже водоросль нам не нужна. Так, нам нужно улучшение ставим. Так, далее, что нам еще нужно? Тыковка нужна. И все, по-моему, да? Да, и орехи прям перед магнитами стоит поставить. Так, вроде все замечательно. Мы уже сделали, ну, круче некуда. Ну, куда? Куда лучше? Да ты шо? Даже зомби завидуют. Давай, давай. Ага, орех ставим. Вот так вот. Тут единственное незащищенное. Так, 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 так. Все нормально. Так, куда я не успеваю монетки? Поскромнее немного. Так, нет, нет, чего-то не хватает. Что-то не хватает. Тыковки одной не хватает. И стены ореха. Все. И улучшение. Ну, в целом, все. Все, что надо было сделать, мы сделали уже. И вот сюда я тогда поставлю... Магниты, да. И на них тоже орехи. Угу. Не, на них тыковки, я имею в виду. Вот так вот. А-ха-ха-ха. Потому что я уверен, зомби с дельфинами будут. Пускай они магниты перепрыгивают и останавливаются на стене орехи. Так-так-так-так-так-так. Делаем так. Делаем так. Хорошо, все хорошо идет. Нужно срочно тыква. Стена ореха вот сюда вот поставим, допустим. Так, так, хорошо, хорошо. Магниты, магниты у нас уже все поставлены. Тыковка, все, поставлена. Нам еще одна тыковка нужна. И стена орех несколько штук. А конкретно два. Ну, за этот раунд мы уже точно не успеем сделать. Вот ночная карта, как по мне, самая сложная. И, наверное, крыша. А вот это вот нормально, смотри. Проходим вообще спокойно, не напрягаясь. Так, нужна быстрее тыква и стена орех. Так, улучшение есть? Да, смотри, смотри, у меня до 25 FPS упал. Да ты чё творишь вообще? Куда? Куда вы так... Нельзя столько зомби одновременно ставить, вы чего? Блин, одну стену орех не успели поставить. Жаль. Чё у нас тут? О-во-во-во-во, вот это тупырь. Поэтому колючку и сразу на нее улучшение ставим. Водоросли, не знаю, так, пускай стена орех, тыква, улучшение, все. Но улучшение нам стопудово понадобится. Раз, стена орех, два, тыква, магниты могут сожрать. Хотя, как они их сожрут, господи, моля, как они до них доберутся. Вроде как более-менее нормально. Собрали. Давай ставим улучшение на колючки. Зачем? Ведь на них же наедет этот транспорт, правильно? А затем, что колючка вроде выдерживает два транспорта. Но я могу ошибаться, это просто моя теория. Вот такая вот самоуверенная, но теория. Вдруг, а вдруг? А мы магнит не взяли, магниты же могут сожрать. Тогда делаем вот так вот. И вот здесь тоже орех, но это не поможет, потому что они со дна могут всплыть и все. Ну и куда? Куда нам ставить тыкву? Тыковку давай начнем ставить на... Не знаю, зачем нам на печи тыква. Они все равно стену орех не смогут перепрыгнуть. Так, ну у нас уже ресурсов солнышек этой более чем достаточно. Так, хорошо. У нас пока не было ни одной машины, правильно? Ну да, там когда она появляется, характерный звук, типа заводится двигатель. Вот этот звук, мы его в любом случае услышим. Так же, как и шарик, когда начинает лететь, он... Вот такой вот звук, как будто надувается. Так, 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 улучшение еще одного могу поставить. Ну, у нас всего два осталось. Это только... Это, обрати внимание, это только шестая. Шесть пройдена, это сейчас только седьмая. Так, подожди ты. Погнал он уже, а. Вот, смотри, он там... Нет, там тоже он на обычной колючке подорвался, а не на каменной.
Мне интересно, что будет на каменной. Она выдержит два удара, нет? Потому что теория это хорошо, но надо бы практика еще подтвердить ее. Ой-ой-ой, с ведром. Фу, с этим, с лестницей. Ну ладно, даже если он ее поставит, все равно магнит потом ее заберут и все. Да блин, хватит на обычной колючке ехать. А что, звука не было, как он едет и подорвался. Ну, наткнулся точнее. Вот, смотри, на каменную, смотри, каменная выдерживает и вообще никакого урона. Подожди, а вторая вот? Да, каменная выдерживает навсегда. Прикинь. Вообще шикарно. То есть каменная не два удара держит, а всегда будет держать. Вообще шик. Или я преувеличиваю их силы. Да заколебете. Ну смотри, каменная пока никакого урона не видно, по крайней мере. Может, там будут понемногу рога крошиться, вот такое вот. Не крашиться, а крошиться, в смысле разрушаться. Фух, все, более чем достаточно. А, ну да, орех я еще хотел. Так, тыквы, я не знаю зачем, просто садим тыквы. Сажаем, смотри. Да, спокойно выдерживают вообще никакого урона. Куда, 25 FPS, да вы гоните. Так, хорошо, это все выдерживает, да, правильно, все нормально, никто не поеден, никого не съели, нормально. Так, ну все, ну такую защиту, ну смотри, ну, объясни мне, вот кто такую защиту сможет пройти? Ты мне просто объясни, ну вот кто? Да никто не сможет. Ой, с катком тоже можешь катиться в жопу вообще. А мне что-то тут надо вообще? Да нет, мне даже каменная колючка не нужна. Да все, мне в целом тут вообще ничего не надо. Давай просто потроллим им. И в бассейн весь заложим орехами. Почему нет? Кушинка вот. Ну и остальное все, больше ничего не надо мне. Давай вот так вот в случайном порядке. Просто понатыкали и все. Они все равно хрен что смогут сделать. Ну что-то я себя слишком поверил. Знаешь почему? Потому что... О, каменные колючки по чуть-чуть все-таки забираются. Да, видишь, я же сказал, по рогу забираются. Вот это вот мой косяк. Надо было колючку взять. Ну ладно, что уже поделать. Так. Блин, все-таки надо было колючку взять. Ну ладно, я думаю, этот раунд они вполне еще переживут. Господи, это тебя умоляю. Более чем достаточно у них сил это сделать. Так, вы мне даете? Ага, отлично. Так, хорошо. Некоторые даже в воду не успевают заходить, их уже выносят. А что это я на эти орехи не надеваю тыквы? Правильно, гигантский орех плюс тыква. Вот лучшая защита, они заколебутся жрать. Вот если поведут гигантюры, вот это вот проблема, потому что они с одного удара выносят любое растение. Ну, кроме вишни и кабачка, конечно. Они их сами разнесут. Так, хорошо. Так, спокойно держимся. О, слышишь, шарик полетел. О, ну шарик уже полетели. Ай-яй-яй, не справляется у нас. Ну ладно, в воду они пускай падают. Вообще фигня вопрос. А вот зачем мы тыквы ставили везде тут. Вот оно зачем. Вот мы и разобрались. Главное сделать, а для чего уже потом разберемся. Блин, рога обламывают. Вот это вот плохо. Да подождите, я не успеваю ничего собирать. Ставим вот так вот, чтобы сразу проорать над ними. Чтобы они даже в воду не успевали спускаться. Тыкву тоже вот сюда вот ставим. Я не знаю, зачем просто ставим тыквы побольше и все. Но этот орех, конечно, быстро будут жрать, но ладно. Это вообще не проблема. Так, все. А, ну это 10-я волна, последняя в целом, так что можно не бояться. Даже пофиг то, что я колючки не взял. Не, подожди, вот так, все, для красоты, чтобы их вообще выбесить. Смотри, у меня просто все поля заняты, а вот по одному рогу не хватает, это уже проблема, слушай, это очень большая проблема. Если они сейчас проедут по ним, то это уже будет плохо. Почему? Потому что они могут грибы уже, фу,
орехи раздавливать просто. Ну и все, справились. Да, не знал, что каменные орехи... Фу, каменные колючки могут разрешаться. Ну, настолько долго в целом. 10 надо. 1, 2, 3, 4, 5. Да, это надо все пройти, чтобы открыть последний. Садзен, что у нас тут новенького? Чтобы далеко не тянуться, типа раз и все. Побольше воды нальем, чтобы это было водное растение. Водоросли, например, или кувшинка. Слушай, сколько воды налил, ему все мало. Так, а что у меня по деньгам? 67 тысяч. Такое себе, ну такое. Да-да-да. Может купить все растения так, чтобы достижение получить. Но это потом сделаем. Это потом. А, магнит можно денежный один собрать. Нет. Это фигня вообще уже. Это я знаю, вместо улитки можно его посадить. Но нам обычный магнит намного важнее. Намного. Хотя его знаешь, где можно посадить? На раунде боулинг. Но там его мы не можем посадить. Так что, эх, что поделать. Такова жизнь. Зубы свои точат. Так, давай. Поливаем еще разочек и потом корма. О, молодец, сразу корм. Я сказал, сработает. Садим тут водоросли. Так, здесь что-нибудь есть? Ну, в целом ничего не надо. Золотая лейка тоже, тот еще геморрой. Не, все, более чем достаточно. Это вот так, на этом. Подожди, а выживание следующее какое? Ночь бассейн. А я не хочу. А это сложно. А хотя грибы и магниты мы теперь можем спокойно садить без зерна. Так что кофейного. Так что на этом все. Со ссылкой в описании пишите, в комментариях, поставьте лайк, если видео продвинулось, также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию. На этом все. Скоро увидимся.